20 раз мы с вами встречаемся для того, чтобы вы знали и помнили, что вы не одиноки. Пережив горечь утраты, не потеряв себя, вы работаете, растите и воспитываете своих детей, своих внуков, оставаясь достойными памяти погибших мужей, сыновей, братьев. Ему нравилась его работа, очень нравилась работа. Хотел учиться, поступать, хотел дальше, в дальнейшем, чтобы нравилось. И сын тоже как бы сейчас говорит, вот я буду по стопам папы, пойду. Ну, отправили 7 января на Рождество, да, на дежурство, и вот произошло так. Ну, застрелили при исполнении, да. Профессиональный праздник, День сотрудников органов внутренних дел, мы собираемся вместе, чтобы почтить память ваших родных и близких. Людей, до конца оставшихся верными своему гражданскому и служебному долгу. Ваши сыновья, мужья и отцы отдали свою жизнь в борьбе с преступностью, в борьбе за мир и покой граждан. Их героизм и мужество всегда будут служить коллегам примером. Мы никогда не забудем отходы яренбуржцев, погибших на Северном Кавказе, посмертно представленных высоким государственным наградам. Мы будем помнить тех сотрудников, кто погиб в Оренбурге. Их имена занесены в книгу почета областного управления МВД, увековечены на мемориальных досках и в названиях улиц, значатся на пликах мемориала славы, сквере имени Виктора Самохина в Оренбурге. Обстановка по-прежнему у нас остается стабильной в области. По-прежнему у нас достаточно плотно мы работаем. И есть у нас хорошие результаты по тяжким, особо тяжким преступлениям. Есть у нас хорошие резонансные раскрытия по кражам. Вот. Угоны, кражи автотранспортных средств. Тут тоже есть у нас определенные прорывные моменты. Понятно, что у нас не все получается, и не каждое преступление можем раскрыть. Но мы к этому стремимся, нарабатываем какие-то новые технологии. Если говорить в целом о работе, то я думаю, мы не с плохими результатами подошли к празднованию Дня сотрудников органов внутренних дел. В целом по России, по нашему ведомственному приказу, мы занимаем 17 место. Вы представляете, сколько всего регионов в России. 17 место – это очень неплохой, я считаю, результат для Оренбурга. И 4 место по Приволжскому федеральному округу.